дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем сборку и покраску Pantera D от фирмы Звезда. В принципе, модель я уже собрал. Собрана она полностью. Полностью подготовлена к покраске. Сначала буду наносить на нее предшейдинг. Предшейдинг наносится для чего? Для того, чтобы, например, выделить темным всякие углубления на модели, люки, более такие глубокие, тяжело доступные места. Также делать высветление по граням, по люкам, чтобы когда наносим уже базовый слой краски, чтобы все вот эти вот, вся расшивка, лючки, решеточки, чтобы они хорошо были выделены, видны. Буду делать предшейдинг цветом Tamiya XF64 Red Brown, красно-коричневый. Его буду затемнять цветом черным XF1, а высветлять буду дектаном XF55. Конечно, также еще, как у меня предшейдинг, я грунтовкой не пользуюсь за счет того, что она сильно агрессивно вонючая, мне не нравится нюхать. Я делаю также это краской, поэтому как бы у меня этот предшейдинг своего рода еще и грунтовка на модели. Так что, что получится, будем смотреть видео. Приятного вам просмотра. Начинаем красить. Начинаю покраску модели коричневым цветом. Начинаю всегда с днища танка, чтобы посмотреть, как краска ложится, насколько она хорошо разведена. Начинаем красить. Сначала я, как и говорил, сделаю небольшую грунтовку модели жидко разведенной краской, а потом начну более затемнять, высветлять. Все увидите на видео. We'll be right back.
он большую, как бы грунтовочку коричневым цветом, переразвел с черным и начинаю более темным цветом задувать по всем углублениям. Что получится, увидим. Нижнюю часть вообще можно всю сделать более темной, чтобы был контраст на модели. Да, наверное, так и сделаем. Нижнюю часть более темная, чем верхняя. Продолжаем смотреть. Oh, 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 oh
я сделал темный предшейдинг. Высветление буду делать в следующей части. Как и говорил, буду использовать доктан. А пока сделал коричневый и темно-коричневый цвет. Вот так получилось, можете посмотреть. Не сделал специально темным. Здесь буду высветлять люки, все выпуклости. Так вот получилось. Такая башенка. Еще раз повторюсь, предшейдинг делается для того, чтобы все труднодоступные места все было после покраски как бы выделялось, чтобы был более рельефнее модель была. Так вот сделал каточки. Где-то целиком сделал темный. Вот так вот сделал бортовые экраны. Вот, ждите продолжения. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всех вам благ. Ждите продолжения.